отвратительное из вообще существующих из мест в зачетах любого соревнования четвертое. Не повезло. Еще одна попытка все-таки запустить нужную фонограмму. Вот теперь она удалась. И, собственно говоря, смотрите и наслаждайтесь. Урок хореографии. Программа называлась «Урок хореографии». Заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион мира Амина Зарипова и хореограф Михаил Первых. Что дальше? Это уже явно не просто урок хореографии, судя по музыкальному сопровождению. Солнце остыло совсем.
Центр олимпийской подготовки Москомспорта. Центр олимпийской подготовки художественной гимнастики, представленный своими наиболее, наверное, перспективными воспитанницами, руководимыми процедуры роботов, да? Процедура, слово неправильно. Вот когда уже пока дело не дошло до проводов олимпийских чемпионов, давайте все-таки сделаем небольшую паузу и напитаемся новостями. Attractive.